Какие же невероятно трогательные моменты. Спасибо вам, наши дорогие, за то, что были с нами. Мы знаем, что наши родители тоже не останутся в стороне от поздравлений. Любимые наши мамы и папы, приглашаем вас на сцену. Хочется поблагодарить вас за те удивительные 11 лет, которые мы были вместе. Низкий вам поклон за то, что вы, приходя в школу, каждый день давали частичку себя, посвящая ее нашим детям. Полина Евгеньевна, вы навсегда останетесь в памяти сегодняшних учеников и директоров. Спасибо вам всем большое! Вот и закончился ваш долгий путь с детства в взрослую жизнь. Эти 30 лет не были для вас красной дорожкой. Скорее, это была дорога из желтого кирпича. И как у друзей из сказочной повести на пути случались разные ситуации, как хорошие, так и не очень. Но тем и прекрасен этот путь, что за каждым поворотом он открывал для вас новые знания, новый опыт, новый горизонт. И вот вы сейчас стоите уже на пороге изумрудного города, вашей взрослой жизни. Сегодня перед вами открыт весь мир. Вам нужно только поверить в себя, только следовать тому пути, который вы нарисовали в своих мечтах. И тогда обязательно у каждого из вас исполнится его самое заветное желание. А если же так случится, что вы поймете, что где-то вы ошиблись, что это не ваш путь, не бойтесь остановиться и сменить его. А мы, родители, всегда встанем с него плечом. Помните, что мы всегда рядом, что мы всегда готовы прийти на помощь, подсказать, помочь, поддержать. А родителям хотелось бы пожелать, чтобы они принимали своих детей такими, какими они есть, чтобы они ценили и уважали их выбор. Дорогие выпускники, уже завтра, когда станет вопрос регистрации заявлений в личных кабинетах, помните, что ваше будущее – это в первую очередь ваша ответственность и ваш выбор. Добрый путь, ребята! Верьте в себя, и у вас все получится! Дорогие выпускники, сегодня прощальная наша вечер со школы. С одной стороны, это момент расставания. С другой, начало вашей дороги во взрослую жизнь. Недавно, перебирая старые фотографии для сюрприза, которые мы готовили вместе с вашими родителями, я наткнулась на фото 5-6 класс. Вы там такие маленькие, кругленькие, добрые, с открытыми глазами, улыбающиеся. И вот перед нами уже взрослые, повзрослевшие юноши и девушки со своими планами на жизнь. С каждым днем вы становились умнее и мудрее. Сейчас вы с улыбкой вспомните свою первую двойку, какие-то замечания от учителей, нравоучения от нас, родителей. То, как не хотелось вставать утром и вечером делать уроки. Пройдут годы, забудутся отдельные моменты школьной жизни. Но я надеюсь, что вы будете помнить школу с теплом. Ваши воспоминания будут теплыми и полными любви. Сейчас вы у самых дверей, ведущих во взрослую жизнь. Никто не знает, что за ними. Конечно, будут радости с победами и разочарования с поражениями. Будет жизнь. Жизнь – главная задача, которой научить вас справляться с этими сложными задачами. Но как бы не просто вам не было, хотелось пожелать каждому из вас прежде всего оставаться людьми. Оставаясь человеком с большой буквы, вы добьетесь всего. Вы добьетесь счастья, вы получите любовь, признание. Мы верим в то, что у вас в жизни все будет получаться. И сбудутся все ваши заветные мечты. Не будете жить. Пускай доброта, вера в себя и в душевные силы помогают вам постоянно идти вперед. Мы, ваши родители, всегда вас будем поддерживать и крепко любить, помогая добрым советам и гордиться вашими успехами. Ваш выпускной желаем вам, наши любимые, безупречного счастья, высоких стремлений, яркого света добра и удачи на жизненном пути. Будьте счастливы. Мы приготовили вместе с вашими родителями для вас сюрприз, который вы будете помнить надолго. Вот
стать блаженцем. Мне очень хочется знать, дочь. Мне очень хочется верить, что ты откроешься двери, не бойся что-то менять. Почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе?